Всем привет, дорогие друзья! И с вами снова я. Сегодня у нас на улице прекрасная погода, весенняя. Пишет в интернете плюс 13 градусов. Я спрашивала у девочек, говорят, тепло. Хотя в целом так вот посмотришь на улицу, я просто не открывала сегодня особо окна, один раз. Посмотришь, кажется, что прохладно как-то, ну, мрачно, серо. Но видите, говорят, тепло. Поэтому я решила одеть сегодня пальто и, может быть, даже кроссовки. Мы сейчас с Эрни собираемся и уходим к нашему семейному доктору, потому что Эрни снова на больничном. И вот такая вот у нас фигня. 5 дней школы, неделя, 2 больничного. 5 дней школы, неделя, 2 больничного. Бла-бла-бла. Как говорится, наша песня хороша, начиная сначала. И вот мы снова к нему придем. Сейчас я у него ради интереса спрошу статистику, действительно ли часто так болеют дети, что это просто до невозможности. Даже своими делами особо не можешь заняться, потому что вот так вот. Сейчас будем выходить, посмотрим, как же там у нас тепло сегодня. Надеюсь, снег не выпадет. Вот мы и вышли на улицу, действительно очень тепло. Действительно очень тепло, классно. Только единственное, что как-то все равно пасмурно и ветер присутствует в некоторых моментах. Вот мы вышли, возле подъезда было ветрено, мы прошлись дальше, сейчас пока что ветра нету. Такой маленький непоняток. А так в целом тепло, и у меня уже ощущение присутствия шашлыка какого-то. С нашими мы где-то там находимся в лесу, и мы делаем вкусный шашлычок, пьем водочку, то есть сок, и прекрасно отдыхаем. А у нас тут совсем рядышком что-то строят, и мне вот интересно, что это будет. Мы делаем ставки. Я бы хотела, чтобы это было что-то вроде торгового центра. Ну, мне бы так хотелось, но вижу по... Я не знаю, некоторые думают, что здесь будет жилой комплекс, будут жить люди. Но я бы не хотела, потому что хочется, чтобы у нас тут на райончике открыли какой-нибудь типа торгового центра, кафешки там, может, там какие-то детские прибамбасы. Было бы вообще огонь, конечно. И вот стройка идет полным ходом с утра до вечера. Ребята работают. Да. О, 33-й, лови. По-моему, мы рано едем. Да блин, вибрирует там, да? Так, мы уже пришли. Нам придется подождать. Потому что кто-то зашел вперед. Кто-то раньше. А мы уже тут. Ой. Тут он один. Сидим, смотрим. Вон. Я, кстати, уже в кроссы сегодня одела, блин, но сапоги долой. Не хочу. Так классно в кроссах. Вот так вот у нашего семейного тут дела обстоят. Игрушки. О, я. Ай. Игрушки-погремушки. И вот мы остались ждать. Эрни, не ешь свой замок. Ой, блин, сейчас скажут, блин, этот же ж. Права авторские. Все, вышли мы от нашего семейного врача. Сказал, что, возможно, бронхит трахеальный какой-то там. Мы вообще никогда в жизни такой фигни не страдали. Малого никогда не было бронхита, и у меня никогда не было. Вообще за мои все прекрасные 32 годика никогда не было бронхита. Вот, сказала, если будет завтра температура, значит мы снова пьем антибиотики. А-ля улю. Жизнь прекрасна. Но мы не будем унывать и будем думать о хорошем, позитивном. И не будем думать о всяких коронавирусах и так далее, всяких там инфекциях, которые гуляют у нас по нашей прекрасной стране.
Ой, ребят, слушайте, что капает. Дождь, что ли? Или на меня нассал кто-то? А, нет, походу дождь начался. Это, как говорят, типа слепой дождь. Дождь! Так а что, ты хочешь, чтобы мы зашли в булочку с провулочкой или что? Да. Что у тебя 37, ничего так? Ай, на меня капнуло в лицо, в глаза. Ну ладно, мы зайдем в булочку с проволочкой. Эрн любит поесть где-нибудь. А тут прикольно. Будем кушать чисто. Ташку. Употребляем. Ой, такой вкусненький он, кстати. Да, вот этот такой мягенький. Только было у меня такое, что я вот эта вот крошка с под шоколада подавилась ей. Потому что вдохнула ее. А тебе как, Бубчик? В порядке? Нравится? Нормально, Эрни, отвечай. Да. Вот. Без мотания головой. Без лишних телодвижений. Ну, Ваня, какао. Прикольно тут вообще. Даже если ее так раскромсать, ну, симпатично смотрится, креативненько. Угу. Да. Ой, пока мы вышли с булочки, с проулочка, уже все, никакого дождя нету, все прекрасно. Погода радует, только нет солнца. Ну, в принципе, вот такую вот погоду я обожаю. В такую погоду я бы с удовольствием путешествовала. Потому что я не люблю, когда очень жарко, мне это напрягает. И шпилит мне солнце в голову постоянно. И вообще, отстой. Думаю, что надо что-то купить еще домой, приготовить, покушать. Потому что наша вчерашняя еда — это гречка, винегрет, бефстроганов уже закончилась. Теперь нужно снова. Дело в том, что я понимаю, что я скупляюсь, покупаю продукты неправильно. Нужно закупаться совершенно по-другому. Такими вот темпами, как мы покупаем, то есть ежедневные, получается, ежедневные покупки, это невыгодно. И получается намного дороже. Вот так. Мы решили зайти в ВТБ купить, что приготовить на ужин. Решили, что будет борщ. А вот второй никак не можем придумать. Я не знаю, может быть, макароны с чем-то. Сейчас зайдем в АТБ и походу придумаем, да? Давай, это черное АТБ, кстати, классное. А то у нас на районе еще до сих пор синее АТБ-ха. О, тут я понимаю тема. Так. Блин, тут апельсиновый сок, ням-ням, пахнет так хорошо. Подожди, каталка у нас будет мини-мини-мини. Борщ. Борщ можно сварить с зеленью. А можно и без. Выбирать нам. Мы будем с зеленью. Хоть сейчас и зелень не самая лучшая, да? Ладно, пошли. Сейчас надо... Подожди, нам надо... Нам надо. Немножко картошки. Мы сейчас... Так, что у нас тут с картошкой? 9,95. Сейчас возьмем, наверное, чуть-чуть, да? На борщ или как? Ой, одной рукой, кстати, не так уж и удобно. Как же снимают люди? На лоб себе вешают камеру. Сейчас я... Вот, взяли немного картошки. Отправляюсь в каталку. Подожди, ты куда? Потому что нам еще надо этот... Свеклу-буряк. Это тоже пакет рвать. Так, бурячок у нас 3,75 килограмм. Мы взяли один. А где Ерни уже делся? Вот привычка... куда-то улетать. Эрни, лови буряк. Погоди. Так, смотри, морковки у нас немножко есть. Лука есть, буряк. А мне нужна томатная паста поштучно.
Капуста, а у нас есть дома капуста или нет? Какие-то отходы, может, из расхода? Ну, мне лень покупать еще и капусту, таскаться с ней. Может, у нас что-то есть, будем надеяться на лучшее. Так, 5 гривен такая, 4 такая и 2,80 у такая. Ну, честно сказать, я беру вот эту за 5 гривен подороже, потому что она классная, чумак. А те кислятина, даже если и сахар добавлять. Так, вот такой у нас комплект идет на борщ. Чеснок. Чеснок у нас еще есть. А, сметану, это обязательный порядок. Сметана. Отдельно. Подожди. Сметана. Сметана. Эй! Так, какую мы сметану с вами возьмем? 15% или 20%, или маленькую. О, тут есть скидка, но 10% брать не хочу. 10% это как-то совсем хиленько. 15% еще куда не шло. Блин, офигенно, конечно, 20%, но 31 гривна, ну вон. Хай сами едят, и пока не готова. Я беру по мелочи. А вот есть 21 гривна, но тоже 15. Где лучше взять стаканчики или, блин, в этом? Хотя мы брали вот такую, надо взять подальше, потому что тут по срокам бывает, когда берешь подальше, по срокам чуть-чуть свежее получается. Так, вот видите? Это, блин. 27.02.01.03. А, что-то оно не ахты, так скажем. Ля-ля-ля-ля. А вот тут до 29-го, видите? Который ближе до 29-го, это уже до 1-го числа. Вот, можно брать сметана до 1-го. Какое сегодня число? Число какое сегодня? Алло. Сметану мы взяли. Она получается у нас до 1 марта. А, и там до 29 марта, но больше у меня, больше, в общем-то, нету. Пришлось брать до 1. Так, теперь у нас на первое борщ со сметаной. А на второе, что же на второе? Макароны какие-то. С чем? Не знаю пока. Ищу в поисках. Я нашла макароны. Можно купить для паста. Вот они неплохие. 15.70. Ага, вся серия. Либо... Да подожди, я еще не купила. Либо вот эти вот детали. 19.50. Скидоны на них. Я не знаю. Я возьму, а там как мазь ляжет. Хочу вот это попробовать. Постоянно беру ля пасту. Бой. Ну, какой-то, может, салатик. Соленья, помидоры. Ну, блин, это все сейчас невыгодно. Соленья нельзя. Камни как-никак путешествуют в почках. Эрни, надо же тебе какую-то апельсину взять, мандарину. Ты будешь? Да. Тебе ж как бы фрукты сейчас при выздоровлении нужны. Ударная доза витамина С. Что-то вот мяса не хочется, рыбы не хочется, ничего не хочется. Решили взять сосиски, дитячие еще и по скидке. Так, вроде у нас... А, ну нормально, жить до 18 марта. Ну что, мы жиму до 18. Ну все, достаточно. Там какой-то соус у нас есть. Бла-бла-бла. И этот. Ну все, да? Все, можем отправляться на кассу. Хиджи, хиджи, хиджи. Камана, шукево. Все, мы на кассу. В общем, в АТБшке мы скупились на 141 гривну 81 копейку. Это мы купили и будем делать борщ со сметаной и зеленью.
макароны с сосисками. Ну и плюс там было эрнины палочки, мандарины, сок гривен за 16. Поэтому некоторые моменты можно отнять. Не кидай палки тут. Вот так вот, ребят. В принципе, не так дорого, но я вам скажу, что вот так вот скупляться ежедневно, это однозначно не очень правильно. Так можно докупать там, к примеру, хлеб, ну или что-то по мелочи, но так постоянно ходить скупляться там на ужин, на обед, на завтрак, это уже выходит достаточно затратнее. В следующие разы я уже полностью сделаю режим и расскажу, как я вообще планирую это все сделать. Ну все, мы пришли домой. Подожди. Да подожди. Да, сейчас развалится. Здравствуйте. А здесь вот. Заходи. Стой, да деньги отдай. Да блин, я не закончила видео, подождите. Я хотела сказать всем пока. До новых видео, ребят.